Яндекс ключ обновили. Добро пожаловать в новый ключ. Мы упростили добавление аккаунтов, освежили дизайн и добавили темную тему. Стало проще и безопаснее. Вместо мастер-пароля используйте биометрию или пин-код телефона. Вот, это круто. Начинаем пользоваться. Перенос аккаунтов в новый ключ. Если старые аккаунты вам больше не нужны, их можно удалить. Так, не знаю, перенести. Давайте перенесем. И здесь вот можно произвести перенос. Я выбрал аккаунт, перенес, ввел пин-код и все, нажимаю готово. Теперь, друзья, смотрите, постоянно генерируются новые, значит, коды. Действительно темная тема. И смотрите, вот так вот время показывает. Видите, красное все время сейчас поменяется. То есть раньше он писал секунду, а сейчас вот так показывает линию, как она сокращается. Действительно так, в общем-то, и лучше. Вот, собственно, друзья, и все. Каждые там 30 секунд новый пароль. И поэтому взломать ваш аккаунт будет крайне тяжело. Ну и последняя крутая фишка, друзья, у нового Яндекс.Ключа — это то, что теперь действительно, когда мы заходим, нам достаточно просто отсканировать отпечаток пальца, и, соответственно, мы заходим. Вот так вот. Ну, как вы видели, еще раз. Так, и заходим, и вот он, видите, все лишь требует отпечаток пальца. Друзья, вот так вот, отличное приложение, всем пока, до свидания.